В деревне Райгуба Кандапошского района состоялось торжественное открытие дома-музея Элвиса Пресли. Об этом у себя на странице ВКонтакте написал священник Евгений Барышев. По его словам, один из профессоров ПТРГУ нашел архивные документы о возможной передаче в 70-е годы в пользование участка в карельской деревне знаменитому музыканту. На месте предполагаемой резиденции и появился музей, экспонатами которого стали виниловые пластинки, футболки и деревянная копия кадиллака певца. Жемчужина коллекции чудом сохранилась. Хранившийся самовар Элвиса Пресли. Наши журналисты провели расследование и выяснили, что эта новость всего лишь розыгрыш. Многие журналисты федеральных изданий поверили в фейк и уже собрались ехать.